как проводится... Так, вы утверждаете, что в вольерах могут находиться... Повторите, пожалуйста. Отстаньте от меня. Что значит отстаньте от меня? Вы приехали мне предположение здесь строить или вы приехали работать? Если вы приехали работать, будьте добры, работать, а не отнимать у меня время. Чтобы потом заниматься бог знает чем. Рядом с вами стоит ветврач, главный ветврач, ветклиники, ветлазарет, который лично прививает всех животных в этом приюте и который наблюдает этих животных, приезжая раз в месяц на осмотр. Вы это не хотите услышать или вы это не принимаете всерьез? Еще раз повторяю, если вы думаете, что в вольерах может лежать больная собака, я сейчас готова завести вас вместе с Сергеем Барковым в любой вольер, какой вы ткнете пальцем, и показать, открыть вам будки. Вы готовы? Пойдемте. Чтобы не было недомолвок и не было никаких на меня здесь наездов. Давайте разговаривать конкретно. Вы приехали проверять? Будьте добры, проверить.